Все. Вот второй раз уже на этом месте, это вот стадион Динамо Никитина 60, напротив Центрального банка Российской Федерации. Мы проходили там вот две бездомные собаки, а вон он, приглись, он пес идет. Ага. Вот этих собак подкармливают, вот это вот мне вчера, когда клетку устанавливали, охранники вот этого банка. Поставил клетку вот здесь при них, что сказал, что да, мы патент, что мы из организации «Ласка». Вот первый раз клетка захлопнута, но сдвинута была здесь. Второй раз вообще она вот так вот, боком. Понятия не имею. Либо ее кто-то хотел украсть, но она на цепи. Здесь я ее пристегнул, вот на замочке. Вот, на двух замочках. Почему она так боком? Либо люди хотят сказать всем видом, что не делайте этого. Не отлавливайте собак, мы их кормим, мы такие хорошие, а вы злые их ловите. Мы-то ловим для чего? Чтобы они другим людям не мешали. Поймали, в приют сдали, там выдрессировали, не выдрессировали, ну, нашли добрые руки, пристроили. Ну, то есть вы их не сажаете, да? Нет, нам предлагали по тендеру 3 миллиона, чтобы с эвтаназией. Ласка отказалась, 2 миллиона взяли за год, а от 3 миллиона отказались. Что мы не эвтаназией не занимаемся, только отлавливаем и перемещаем в приюты. Вот. Не травим мы собак, ничего. И это сейчас закон о защите этих, о жестоком обращении с животными. Травить нельзя, а раньше ты что, траву раскидал, они все поздыхали. Дешево и сердито, как говорится. А сейчас надо поймать. Вот мне надо приехать, поставить, опять приехать, потом собаку в приют увезти. Кто-то вот либо пакостит, но собака, она не могла так сделать. Первый раз клетка была сдвинута. Сдвинута, вот здесь вот она стояла. Второй раз, что в первом разе прикормки нету, что во втором разе прикормки нету. Вот она так вот стояла. Вылезти она не могла, собака, вот она. Надо щелкать. Вот она здесь у меня. Крючок. Здесь она вот так вот. Здесь крючок, а вот эта педалька на крючок ставится, собака заходит, на педальку называет. А на какую педальку она нажимает? Это вот эта вот педалька туда ставится на крючок, на тот. Ну, я уже ролик снимал тут дома, показывал. Здесь вот они ночевали. Здесь была дырка, дырку замуровали. Кто замуровал? Эти говорят, это не мы. Вон он, дырка пошла, вон. Уже не успеешь ты. И вот их здесь штук 5. 4 рыжих, один черный. Здесь вот была дырка, они здесь спали. Вот, сейчас зима будет. Где их, что? Где-то они будут опять ночлег искать. И вот прохожие здесь вот проходят, они облаивают здесь. Прохожих. Я тоже первый раз приезжал, тоже меня облаяли. Конечно, людям не нравится, неприятно, они жалуются. И правильно, тоже можно понять. Кому ж нравится. Тем более с детьми здесь ходят, здесь сюда школа недалеко. Вот. Жалуются, что ласка сама не ловит и другим не дает. Мы ловим, но вот нам мешают. Как? Я в одном городе видел специально эти клетки прямо в интернете, ну, разбивали. Для чего? Что движет этими людьми? Может, они думают, что мы их ловим для того, чтобы хачапури из них сделать, шашлык, хот-дог. Нет, они сейчас, по-моему, 500 собак в приюте содержатся в данный момент. За год нужно отловить 900 собак. На это бюджетные деньги выделяются 3 миллиона рублей. На одну собаку приходится на отлов 1600.
чтобы ее поймать, стерилизовать, 10 дней откормить и пристроить добрые руки. Так вот посчитали на отлов 380 рублей. Ну все, пойдем. Все, слава богу.